И мы идем дальше. Домашние животные, оставленные без присмотра, как правило, становятся добычей скотокрадов. Об этом полицейские говорили на встрече с жителями района Макжан Жумабаева. В Сленово-Троицка с вольного выпаса пропали 35 лошадей. Нашли их только часть из них. Своим опытом поделились жители Карагугинского сельского округа. Они содержат более 2500 голов скота. Говорят, в этом году фактов скотокрадства у них не было. Добиться этого, уверены сельчане, удалось благодаря принятым мерам. Животных без присмотра не оставляли, а в сельхозформированиях установили 30 камер видеонаблюдения. Оставленный без присмотра скот является причиной преступления. Поэтому все силы прилагаем к тому, чтобы жители наконец уяснили для себя то, что личное подворье должно быть под надежной охраной. Скот должен обязательно пастись в табунах. С этой целью в текущем году мы также организовали пастьбу скота, в табуне, это для лошадей, организован загон.